Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes. Данные о денежных средствах футболиста включили в себя заработную плату за текущий футбольный сезон, а также бонусы и поощрения. Криштиану Роналду заработал 125 миллионов долларов. Большую часть дохода составили зарплаты и бонусы – 70 миллионов долларов. Еще 55 миллионов долларов он получил за участие в рекламных кампаниях. Доходы футболиста были пересчитаны по текущему курсу. На втором месте в списке высокооплачиваемых футболистов расположился игрок ПСЖ Лионель Месси. В его активах значится сумма в размере 110 миллионов долларов. За Месси следуют еще два игрока футбольного клуба Пари Сен-Жермен – Неймар – 95 миллионов и Килиан Мбаппе – 43 миллиона. Также в десятку самых высокооплачиваемых футболистов вошли Мохамед Салах, Роберт Левандовский, Андрес Иньеста, Поль Погба, Гаррет Бейл и Эден Азар.